Ох, сколько всякого. Имбирь. А можно попробовать? Можно. Это зеленый миндаль. Его выдерживают в сиропе. Настолько вкусно, что я, наверное, его возьму. А сколько такой? 20 манат. 20 манат? А полкилограмма за 8 манат отдадите? Да? Спасибо. Это что? Это каркаде. Каркаде? Да, это каркаде. У меня мама любит каркаде. Надо есть чай добавление, это хорошо. Мне хочется взять у вас карри. Куркума. О, вот это куркума желтый. Перец, осра, корица, паприка, чимил, имбирь. Тмин? Вот этот? Да. Друзья, я никогда не видела белых огурцов. А это черный. Это белый, это черный. Вот то, что у нас называется зеленым огурцом, называется здесь черным сортом. Очень интересно. Здесь даже есть консервированные грецкие орехи. Никогда не пробовала. Каштаны консервированные. Ребята, сейчас мы с вами отправляемся просто в рай королевства варенья. И будем пробовать все самое вкусное и интересное, чего мы точно не найдем в Беларуси. Пойдемте со мной. Это просто, ты когда-нибудь кто-нибудь видел количество? Это, блин, это просто целый погреб. У меня даже у бабушки столько банок с вареньем не было. Соленый арбуз. Соленый арбуз? Смотри, какие они. А есть поменьше баночка? Вот это баклажановое варенье, да? Это киви. Ну, вот фихуа, это что значит? Очень круто. Это фрукт. Лимон, мюрабесы. Варенье из лимона. Даже я это не видел. К слову, скидывать цену были готовы не все продавцы. 6? Да. А у меня 6 нет, у меня только есть 5. Еще один, давай, алчадам по 10 манатам. 4 маната тебе. Ну давайте это за 5. Я на самом деле хочу только черешеньку. Я понимаю, я знаю, что это вкусно, но давайте на 5. Все? Спасибо. Вы пробовали когда-нибудь каштаны? Вот я сейчас этим и займусь, потому что в России это считается ядовитым продуктом, а в Азербайджане данный каштан добавляется буквально в каждое блюдо. Похоже на орехи. Точнее, на сладкие орехи. Очень вкусно. Я надеюсь, волосы на руке у меня тоже останутся. Так. Ага. Доставать? А, все, вставай. А, ребята, достаю тандыр. Так, оп. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Тоже хороший. Ага. Ой. Ой. Это вообще страшно. Ребята, вот я научилась делать тандыр своими руками, а теперь пойдемте кушать, я такая голодная. Первый блин комом. Тандыр, упавший прямо на раскаленные угли, очень расстроил Наташу. Ну, чтобы стать настоящей азербайджанкой, ей нужно еще пройти не один мастер-класс у местных поваров.